С инцидента сегодня началось голосование в 126-й гимназии. Члены избирательного участка пожаловались полиции на вмешательство в их работу наблюдателей от кандидатов в президенты Георгия Явлинского, Ксении Собчак и Павла Грудинина. По словам председателя 351-го участка, разногласия начались еще в половине 8 утра. А уже после открытия дверей участка наблюдатели периодически мешали избирателям. Как нам рассказали члены комиссии, представители кандидатов слишком близко стояли к урнам и тайным кабинкам избирателей. Инцидент продлился до половины первого дня. Председателю пришлось подключить полицию. На нескольких наблюдателей составили административные протоколы. Не мешали, мы просто хотели удостовериться, что все у нас хорошо. По восьмого нам наблюдатели и член УИКС прав совещательного голоса стали мешать нашей работе. Вот. И мы неоднократно им делали замечания. Потом, когда у нас открылось помещение для голосования, уже начался процесс голосования, они подходили к урне, фотографировали, подходили к кабинкам.